валютные пары и виды анализа. Добро пожаловать на новый этап обучения торговли на Форекс. В этом видео мы расскажем вам, как торговать валютными парами и металлами. В этом видео мы расскажем только об основах. Основные валютные пары, символы и их жаргонизмы, используемые трейдерами, и популярные группы инструментов на Форекс. Кратко мы расскажем о торговле драгоценными металлами с помощью CFD, а также двух видах анализа – техническом и фундаментальном. Начнем с основных валют и их обозначений на рынке. Есть 8 основных валют и соответствующих им обозначений на Форекс. Американский доллар обозначается USD, евро – EUR, японская иена – GPY, британский фунт – GBP, швейцарский франк – CHF, канадский доллар – CAD, австралийский доллар – AUD, новозеландский доллар – NZD. Валютная пара представляет собой отношение цены базовой валюты к контрвалюте. Существует 7 основных валютных пар, которые называются мажорами. В составе каждой есть доллар США, евро – доллар США, доллар США – японская иена, британский фунт – доллар США, доллар США – швейцарский франк, доллар США – канадский доллар, австралийский доллар – доллар США, новозеландский доллар – доллар США. Как видите, везде есть американский доллар, поэтому любые изменения в американской экономике всегда влияют на основные валютные инструменты. Иными словами, активность в экономике США определяет степень волатильности на валютном рынке. Около 85% всех операций приходится на мажоры, что делает их самыми ликвидными. Это означает, что количество участников торговли этими инструментами достаточно велико, а спред, разница между ценой покупки и ценой продажи, у мажоров меньше, чем у остальных пар. Вообще, валютные пары делятся на мажоры и товарные пары. Мажоры включают евро-доллар, доллар-иену, британский фунт-доллар, доллар-швейцарский франк и три товарные пары, которые являются валютами стран, обладающих большим количеством товаров и природных ресурсов, сильно зависящих от экспорта товаров. Эти пары – американский доллар – канадский доллар, австралийский доллар – американский доллар и новозеландский доллар – американский доллар. Эти инструменты сильно коррелируют с ценами на товары. Например, Канада, где развит первичный сектор экономики, зависит от экспорта золота, никеля, урана и свинца. Тоже относится и к Австралии, которая в значительной степени ориентирована на экспорт. Ее крупнейшим импортером является Китай, куда поставляется шерсть, железо, золото, уголь и сжиженный природный газ. Таким образом, изменение цен этих товаров оказывает значительное влияние на курс национальной валюты страны. Мажоры часто называют английскими прозвищами. Евро-доллар – Fiber, доллар-иена – Ниндзя, фунт-доллар – Стерлинг или Кабель, доллар-швейцарский доллар – Свиси, доллар США – канадский доллар – Луни, австралийский доллар – доллар США – Оуси, новозеландский доллар – доллар США – Киви. Перейдем к торговле металлами. Наряду с валютными парами металлы являются одним из самых популярных товаров. Исторически люди используют золото и серебро для хранения средств, чтобы обезопасить свой капитал от валютных рисков. Это справедливо и для интернет-трейдинга. Почему стоит инвестировать в металлы? Золото и серебро являются самыми распространенными драгоценными металлами. Многие инвесторы работают на этом рынке. Постепенно на рынок металлов приходят медь, никель, свинец и цинк. Где покупать и продавать? Металлами 24 часа в сутки торгуют самые разные участники рынка – банки, брокеры, инвестиционные компании, ювелирные компании, промышленники и частные лица. Один из способов торговать металлами – использовать контракты на разницу цен – CFD, благодаря которым можно торговать товаром, не обладая им лично.
Контракт на разницу цен означает договоренность между двумя сторонами – покупателем и продавцом, в рамках которого одна из сторон оплачивает разницу между ценами открытия и закрытия позиции финансового инструмента. Если цена инструмента повышается, то продавец CFD оплачивает разницу цен, а если цена понижается, то разницу оплачивает покупатель. С увеличением числа трейдеров и инвесторов стало проще найти больше покупателей и продавцов для CFD-контрактов, что, безусловно, является плюсом данного инструмента. Объем контракта на разницу металла на спот-рынке измеряется в унциях. Торговый лот золота XAU равен 100 унциям металла, а лот серебра XAG – 500 унциям. В платформе MetaTrader металл отображается в стакане с валютами и выглядит как XAU – доллар США и XAG – доллар США. Котировки отображаются в окне навигатора. Виды анализа. Существует два вида анализа рынка, позволяющих прогнозировать будущее движение цены – фундаментальный и технический. Фундаментальный анализ исследует причины движения рынка, то, какие причины движут спросом и предложением – экономические, политические, окружающие среды или иные. Фундаментальный анализ изучает общее состояние экономики и предлагает обзор долгосрочной перспективы рынка. И если фундаментальный анализ имеет отношение к долгосрочным моделям, то технический – к краткосрочным. Приведем пример. 7 мая Резервный банк Австралии уменьшает ставку на 25 пунктов до рекордных 2,75%, чтобы стимулировать экономический рост. В фундаментальном отношении это говорит о том, что австралийская валюта начнет дешеветь. После объявления ставки в 14 часов будет наблюдаться волатильность, а стоимость валюты устремится вниз. Сторонники технического анализа уверены в том, что история повторяется, и поэтому технический анализ – это искусство познать историю с целью увидеть будущее. Технический анализ изучает уже сформированные графические фигуры, предполагая, что эти фигуры повторятся в будущем. Приверженцы технического анализа сосредоточены в большей степени на поведении цены в различные периоды прошлого для понимания того, как цена изменится в будущем. Трейдеры, использующие технический анализ, как правило, предпочитают краткосрочную торговлю. Возьмем для примера дневной график по австралийскому доллару и доллару США. Мы знаем, что 7 мая цена совершила прорыв вниз на уровне 1,0248, что указывает на то, что стремление продавать сохранится, но пара пока не может достичь уровня 1,0234. 50% уровня коррекции между 1,1079 и 0,9387. Если она достигнет этого уровня, то устремится к 1,0033. 38,2% уровня коррекции и 0,9786, 23,6% уровня коррекции. Если 7 мая пара продолжит торговаться ниже 1,0234, трейдеру нужно продавать. 10 мая пара проходит уровень 1,0033, 38,2% уровня коррекции, и 17 мая будет достигнут уровень коррекции 23,6% у 0,9786. В смысле фундаментального анализа австралийский доллар будет слабеть ввиду понижения процентной ставки, а на рынке появится больше денег от эффекта инфляции. При этом технический анализ предложил точку входа ниже уровня 1,0234 и последующие точки выхода на 38,2% и 23,6% уровней коррекции. Итак, вы познакомились с двумя основными видами анализа. Более подробно мы коснемся фундаментального и технического анализов в следующих видео.